Привет, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. В этом ролике мы поговорим по поводу новой активности, которая стартует у нас уже меньше, чем через неделю. Активность на 6 человек — солнечные часы. Наши любимые разработчики, возможно, кому-то они не любимые разработчики, но это уже другая тема, предоставили возможность увидеть, что же это такая за активность. Ну, первое, что стоит отметить, что у нас появятся новые чемпионы — Кабал, потому что на данный момент чемпионы у нас либо Вексы, это Минотавр, либо Рыцарь. И данных товарищей мы увидим как раз-таки в солнечных часах. Зачищаем территорию, после этого заходим в солнечные часы, запускаем солнечные часы, которые нас переносят в альтернативную реальность. Это может быть прошлое, это может быть будущее, в целом рандом, то есть вы не знаете, куда вы попадете в этот раз. Но чтобы быть более подробным, просто смотрим все фильм «Назад в будущее», там как раз об этом рассказано. Короче, это гигантская машина времени. После того, как эта гигантская юла вас перенесла хрен знает куда, вы активируете следующий этап данного задания. То есть вам надо заполнить шкалу, которая у вас находится слева. На заполнение этой шкалы вам будет даваться целых 5 минут. Мне кажется, это более чем достаточно. Больше всего мне понравилось, что разработчики не упустили возможность снова ввести свои шарики в игру. Ох, ну это теперь не обычные шарики, они интересные. Почему? Да все очень просто. Убиваем вот этого моба, то есть тот, который у нас с белым отливом. После того, как он двигает кони, мы подбираем с него что? Конечно же шарик, ну куда же без них? Но это шарик необычный, как я уже говорил. Мы его кидаем в босса, и что же происходит? А происходит орбитальный удар. Какой-то лазер прям с неба. Надо обязательно будет посмотреть, что же там за хрень такая стреляет в него с неба. И как я понял, без этого орбитального удара щит с него вот этот белый не снять. Ну и когда вы, соответственно, все это проходите, вы подходите к кому? К боссу, конечно же. Если смотреть дорожную карту, боссов у нас, скорее всего, будет 4. 10 декабря, когда выйдет у нас новый сезон, у нас будет доступен босс Нируул. Через неделю, 17 декабря, будет доступен босс Овзлич. Еще через неделю, 24 декабря, будет доступен босс Тазарок, или Тазарок, не знаю, как правильно. 7 января у нас будут доступны легендарные солнечные часы. Скорее всего, по примеру, как героический паноптикум. Ну и 4 февраля у нас будет доступен новый босс, это Инотом. Честно говоря, я чуть язык не сломал, пока выговаривал эти названия. Что касается этих боссов, они будут меняться каждую неделю, по примеру, того же паноптикума. Что же мы имеем в сухом остатке? Мы имеем паноптикум 2.0. У нас также заполняется шкала, у нас также будут меняться боссы каждую неделю, мы также зачищаем локации. Собственно, я лично не против новой активности на 6 человек. Главное, чтобы реализация не подкачала. Как говорят пингвины из Мадагаскара, улыбаемся и машем. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал. Всех благ, друзья.